Всем привет! Добро пожаловать на мой канал веганских и сыроедческих блюд. В этом видео представлен для вас рецепт сыроедного десерта из груши и тыквы. Для его приготовления понадобятся 2 стакана нарезанной сладкой тыквы, 2 нарезанные груши, горсть грецких орехов и 4 ломтика груши для украшения. Нарезанные груши и тыкву поместить в чашу блендера, измельчить содержимое чаши в однородное пюре. Перелить пюре в креманку, украсить ломтиками груши и посыпать сверху грецкими орехами. Сыроедный тыквенно-грушевый десерт готов. Приятного аппетита! Кому понравилось видео и рецепт, жмите палец вверх, подписывайтесь, делитесь с друзьями и пишите комментарии. Пока!